На кадрах оперативной съемки одно из складских помещений, в котором производилась подготовка контрафактной табачной продукции к последующей реализации. До поступления на прилавки сигареты переупаковывались и на них наносились поддельные акцизные марки. Готовый товар развозился по торговым точкам как в Саратовской области, так и на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Следственной частью Главного следственного управления ГУМВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту создания организованного преступного сообщества. В ходе следствия установлено, что не позднее декабря 2016 года житель города Саратова и неустановленные лица создали на территории города Саратова организованное преступное сообщество с целью совершения на протяжении длительного времени серии тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта, а также продажей немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными акцизными марками в особо крупном размере. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками УЭБПК ГУМВД России по Саратовской области на территории склада обнаружено и изъято более 500 тысяч пачек немаркированных табачных изделий на общую сумму около 30 миллионов рублей. Для совершения указанных преступлений житель города Саратова и неустановленные лица привлекли к участию в организованном преступном сообществе не менее 6 человек, которые, согласно отведенным им ролям, приступили к реализации преступного плана. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на закрепление доказательств, а также установление всех обстоятельств совершенного преступления. Денис Желдов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.